Передается от Аби Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророку, мира ему и благословения, задал вопрос один человек. Сказал, какая милостыня является самой лучшей. И сказал пророк, мира ему и благословения, та, которую ты подаешь, будучи здоровым и скупым, надеясь пожить подольше и боясь бедности. И не тяни до тех пор, пока душа твоя не подступит к глотке, чтобы тогда сказать, мол, я отдаю такому-то столько-то, а такому-то столько-то, когда это уже принадлежит такому-то. Этот хадис автор, да помилует его Аллах, разместил в главе о необходимости поспешного стремления к благому и побуждения обратившегося к благому стремиться к нему всерьез и без колебаний. И в действительности этот человек спросил пророка, саллаху алейхи вассалям, какая милостыня садака наилучшая? Он не имел в виду, какая милостыня лучше в своем виде, и не с количественной точки зрения. Он хотел лишь узнать, каков тот промежуток времени, в котором милостыня лучше, чем в иной. И он сказал ему, «Та, которую ты даешь, будучи здоровым и скупым». То есть твое тело здорово, и твоя душа скупится, потому что если человек здоров, то он скупится в отношении имущества.